В Славянском районе любят и умеют петь. С радостью приходят на выступление мастеров песенного искусства. В городском доме культуры состоялся концерт мужского хора Новороссийской епархии. Славянцы с нетерпением ждали концерта этого прекрасного коллектива мужского хора Новороссийской епархии под руководством регента протоиерея Сергия Кулакова, которому есть что предложить самому взыскательному зрителю. Отличные голоса, оригинальное исполнение, богатый репертуар – все это привлекло собравшихся. Продолжая возвращать в современную общественную жизнь традиционные духовно-нравственные ценности – любовь, милосердие, соборность, солидарность, трудолюбие и патриотизм, воспитывая подрастающее поколение на основании христианских нравственных идеалов, верности и любви к Отечеству. Мероприятие было посвящено десятилетию Новороссийской епархии. Хор исполнил не только духовные, но и патриотические песни. Выступление произвело сильное впечатление на зрителей. Отличительной чертой хорового пения является органичное сочетание музыки и слова. Слова в таком исполнении передаются напевно, с особой душевной теплотой. Ожидания славянских любителей хорового пения были вполне оправданы. Горячими аплодисментами они отблагодарили талантливых исполнителей.